Сидим дома. Раз, два, три. Способы себя развлечь самые разные. Кто-то в тихой домашней атмосфере читает книги, кто-то предпочитает активный отдых, ну, если в рамках квартиры его так можно назвать. Они всей семьей отжимаются и приседают. Например, москвичка Светлана в своем инстаграм-аккаунте устраивает домашнее световое шоу. А это барнаульская семья любивых, развлекается домашней бачатой. Наша коллега Елена Кузовкина в период самоизоляции вместе с дочерью Кариной тоже придумывает себе развлечения. Всем привет! Чтобы скоротать время на карантине, мы решили с ребенком сделать слайм, жвачку для рук. А в интернете много всяких рецептов. Мы выбрали, как нам кажется, самый простой и надежный. А вот нам бабушка принесла клей ПВА и раствор тетрабората натрия. Это приобретают в аптеке. Ну что, начнем? Ну да, давайте. Популярный ведущий, КВНщик, интернет-блогер Александр Гудков снял клип со звездами и их домашними посиделками. Самоизоляция, когда забираешь, когда заключаешь, в квартире ты сам себя. Учитывая, что мы делаем новости, я не на самоизоляции, но потратил вечер и придумал несколько способов, как бы мог развлекать себя и свою семью, находясь дома. Например, можно посетить культурные места, Эрмитаж или музей имени Пушкина, не выходя из квартиры. А любители путешествий по Европе могут онлайн отправиться в парижские катакомбы. Провести время с пользой для своих мозгов помогут настольные игры. К слову, они самые разнообразные. Их можно играть как вдвоем, так и большой семьей. Есть кто хочет сыграть? Я. Yeah. Отлично. Так. Вы, наверное, удивлены, что у меня пряжа и крючок. Я, конечно, небольшой специалист в вязании, но если так много свободного времени, почему не заняться чем-то новым? Свяжу себе, например, шапочку. Всегда мечтал научиться жонглировать, но все как-то не получалось. Мастер-класс мне показал мой коллега Илья. Ну а вы всегда можете найти мастер-классы по обучению цирковому искусству в интернете. Как и, впрочем, то, как свистеть, используя две руки. В общем, провести время с удовольствием и даже с пользой в период самоизоляции в кругу семьи не так уж и сложно. Для этого нужно только желание и воображение, а оно у нас ничем не ограничено. Никита Ермаков, Илья Халяпин. День с толком.